должны были прийти мои друзья там. Я хочу извиниться немножко, а я тут это немножко травмировался, и поэтому, не знаю, я буду, конечно, стараться, потому что, как говорят, артист, там, температура 42, он должен все равно выходить, и так, чтобы никто не знал, так сказать, что с ним происходит. Но, о, привет. Кое-кто пришел. А? Вот, и поэтому это самое. Но я надеюсь на то, что я даже не стал разыгрываться ни дома, ни здесь, потому что во время уже музыки появляется такое чувство, когда уже все, ну, как наркоман, когда все забываешь и начинает все играть само собой. Я постараюсь очень сильно. Но вот, я даже знаю, вот люди из Израиля специально приехали. Тут такое дело. Вот, народу мало. Не стадион, но я, блин. Но на самом деле... Thank you.
Thank you.
Thank you.
Для самых ленивых. Это традиционный русский инструмент, называется калюка. Обертоновая флейта, которая использовалась нашими предками для выпаса лошадей ночью. Выходили пастухи, которые лошадей выпасали, и играли различные наигрыши. Я тебе чуть-чуть вот дополнение сделаю. Вот я ездил в Тверскую губернию. И вот эта вот вещь, это борщевик называется, он вдоль дороги растет. По дороге в Тверь. Но секрет в другом. Борщевик сам по себе не играет. Это камуфляж вообще.
Не, на самом деле Борчук по себе играет. Просто это концертный вариант. Вот здесь Иван знал просто по полной программе. Здесь пластмассовый наконечник используется, потому что еще в 80-х годах, в конце 80-х, когда я ехал на концерт, бабушка в метро одна вот ехала, и она, ну, как бы, так, я неосторожно, в общем, так она так, раз и все, и дудочка моя сломалась. Вот, и чтобы избежать вот поломки, конечник у меня теперь пластмассовый здесь. Вот. А сейчас я вам немножко вот поиграю. Thank you.
Ваня. Лёха. Thank you.
сейчас ненадолго, совсем ненадолго прервемся и... Не-не-не, и потом закончим. Чуть-чуть. Не-не-не. Вы же никуда не уйдете? Две вещи, мы сыграем еще пару вещей. Thank you.
общем, мы немножко заканчиваем. Ну, ладно. Ну, полная импровизация, поскольку все джазовые музыканты, сейчас будет полная импровизация.
Все, ребята.